Ох ты, мать моя, маменька, ты зайди-ка в Новую Горинку. Ой, ле-ле-ле-ле-ле, ты зайди-ка в Новую Горинку. Ты зайди-ка в Новую Горинку, посмотри-ка на меня, Мелада. Ой, ле-ле-ле-ле-ле, посмотри-ка на меня, Мелада. Посмотри-ка на меня, Мелада, хорошо ли я снаряженная. Ой, ле-ле-ле-ле-ле, хорошо ли я снаряженная. Хорошо ли я снаряженная, ваше местечко посаженное. Ой, ле-ле-ле-ле-ле, ваше местечко посаженное. Ваше место пред иконами, за столами, за дубовыми. Ой, ле-ле-ле-ле-ле, за столами, за дубовыми. За столами, за дубовыми, за скатерками забранными. Ой, ле-ле-ле-ле-ле, за скатерками забранными. За скатерками забранными, со гостями со незнанными. Ой, ле-ле-ле-ле-ле, со гостями со незнанными. Со гостями со незнанными, со подружками со званными. Ой, ле-ле-ле-ле-ле, со подружками со званными. Ох ты, мать моя, маменька, ты зайди-ка в Новую Горинку. Ой, ле-ле-ле-ле-ле, ты зайди-ка в Новую Горинку. Привет! Всем привет! Ура! Привет! Мы сегодня зашли в Новую Горинку. Сразу в новый дом! Гармонь в прямом эфире! Новоселье! И с гостями званными, и с девчатами званными. Снаряженными. Снаряженными. И заряженными, и снаряженными. Да-да-да-да-да. Год копили порох и зарядили. Думаю, что выстрелит хорошо. Как всегда, у нас тут есть некоторые погрешности с интернетом и так далее. Но мы стараемся не падать духом. Все молятся, все. А картину оценили успехов, вы вообще? Да. Смотрите. Картина. Сразу привет, привет Ивану Анатольевичу, да. В город. Это мы, если что. Что, не работает? Серьезно? Раз, два, три. Проверка связи. Терпение. Говорим, говорим. Если надо, повторим еще. Да, еще раз песню споем. Да, ничего страшного. Говори, говорю. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как ваше настроение. Ждали ли Лили эфир, так как мы его ждали, уже наконец-то он состоялся. Мы столько комментариев получили о том, что ну когда же вы выйдете в эфир? И вот, вот тогда. Пожалуйста. Сегодня. Да. Сегодня. Это случилось. Прямой эфир. 30 сентября 2023 да. года. Арина, всех как дела? Вер, надежд, любови. Как дела, Арина? Поздравляем. Слабая? Ух-ух-ух. Все плохо? Нам можно говорить или не говорить? Вы можете сейчас говорить, вас слышат, но с небольшим запозданием. Ну и хорошо, слушайте, у нас подкаст. Подкаст пташца. Такого еще не было. И вот. Блин, жалко, нельзя включить с кем-нибудь поговорить. Да-да-да. Алло. Алло, как вам там связь? У нас сегодня особый эфир, у нас впервые, наверное, за кадром наши любимые гости, наши фанаты. Не, ну такое же было один раз? Было, два раза. А кто приходил? Валентина была. Валентина была. Нет, она была в избе. А еще у вас Лена с Андреем были. Лена с Андреем. Ну это уже техподдержка. Да. Гостиная считается. Здесь, конечно, тоже как... Поддержка. Техподдержка, да, и клининг, и техподдержка, снабженцы, все, да. Танечка, как раз, можно я попрошу салфеточку нам принести? Запрягла уже. Андрюшенька. Не, дорогие друзья, пока у нас идет настройка и синхронизация картинки со звуком, а вот правда, обратите внимание, какая красивая картина висит за нами. Это же просто прелесть. Кто-нибудь заметил? Кто-нибудь заметил эту красоту? Это вот подарок нашего дорогого друга Ивана Анатольевича.
с Вятской земли мы получили вот от фабрики Верум. Верум. Этот прекрасный наш такой вот портрет. Станки. У меня, правда, в глазах немножко рябит. Станки делали, да? Да, фабрика стояла 18 часов. Да, чтобы сделать эту картину. Представляете, насколько вот... Как надо любить, как она, тажиться, чтобы... Как она дорога во всех смыслах этого слова. Можно было сделать сколько? 10 кухонь? Да, да, да. И в духовном смысле она дорога, и в финансовом. Получается до, после. И во время. Как дела? Ой-ли-ли-ли-ли-ли. Я предлагаю, вы пойте, а мы потихоньку сейчас подстроим. Я включу. Мы можем что-нибудь просто попеть. Давайте перекличку городов устраивайте, а мы пока придумаем, что петь сейчас. Мы сейчас, не слыша, не видя, что идет в трансляции, мы сейчас попробуем сделать задержку звука, чтобы она синхронизировалась с картинкой. Что, симфонию? Давай. Потом повторим. По известному, по знакомому. Ага. Да. Нам маленько тоже взбодриться. Растаять. Да. А это нет, это опачки были. Тишина такая звенящая. Это сложно. Мы же на концертах привыкли. Да. Что как там, дела? Получилось все? Сейчас технологический анализ выдаст нам результаты анализов. Напишите, пожалуйста, мы вроде выровняли задержку. Все хорошо, да. Слышно, и картинка отлично. А у кого задержка? Супер! Ну так, тогда еще раз. Добрый день всем. Мы немножко поправим потом в начале.
Можем ну, мы раз... бодренько вроде, у нас тут прям хорошо. Да. Сейчас, сейчас. На новом-то диване. В ванне. Молодцы, как обычно. Сработано. Теперь у нас стало менее тесно. Да вообще, тут еще три человека. Можно лечь. Ой. Да, ну давайте, друзья, мы еще раз закрепим, закрепим, как правильно. И то, и другое. Приветствует вас ансамбль «Пташица». Это «Гармонь» в прямом эфире, это новоселье у Вани на новом диване. Посмотрите, какая прекрасная. Такая обивка. Между прочим, юбилейный эфир, 35-й. Да. На минуточку. Принимаем поздравления. В честь Ваниного дня рождения. С задержкой, но ничего. Мы же... Много всего произошло за это время, да, пока мы отсутствовали в эфире. Да. Интересного. Ну, никто, правда, не родил больше. Ну да, никто не родил, никто не женился. Свет, ты слышишь, в чей огород камень? Не женился, вообще-то это Сережа огород. Тоже не рожать. И замуж никто не вышел. Я предлагаю вам сейчас попеть, а дальше мы чуть-чуть порассказываем. Мы предлагаем сразу дать полную нагрузку нашим звукооператорам, сразу подключить гитару и спеть «Ночку луговую». Прекрасно предложение. Чтобы они сильно не расслаблялись. Вани нету вообще даже в петличке, да? Пропадает. Пишут всем совет, перезайдите в YouTube, чтобы выровнять звук. Там сейчас уже должно все наладиться. Если у вас какая-то есть еще задержка, перевключите само так видео. Так что, Леша, у меня пропадает. Из-за чего батарейка села? Иду к тебе. Так, девочки, трио, я предлагаю вам сейчас активизироваться. А что мы? Мама дорогая! Мы будем петь, да? А что нет? Ну, давайте. Дай, да что? Так, белую достанешь сама? Нет, давай ты достанешь. Давай я достану. Я красиво сяду. Дорогие друзья, простите, пожалуйста, я самым интересным местом сейчас к вам повернусь, но вы на меня не обижайтесь. Мне просто нужно помочь. Правильно. Подруге. Правильно. Спасибо. Достать другую нас подругу. Нас поздравляют, Иван, с новым спасибо диваном. Пишут, диван крутой. Спасибо большое. Это Арине поздравление. Ну что, ты готова? Что будете петь? А мы сейчас по старенькому ударим. У нас старенькая новенькая. Давайте, давайте. Ну что, можно? Я пока на уколе. Можно, да? Можно, Арина? Да, можно. Запели песни, заиграли мои подружки по весне, а я одна, одна в печали, с тоской своей наедине. Глаза закрою. Глаза закрою, вспоминаю, как шла к тебе струной звеня, и вот живу я, а все не знаю, за что покинул ты меня. Да как же так? Да как же так? Как же можно? Как же можно? Меня как прутик, меня как прутик изломать? Ведь не цветок я придорожный, чтобы так грубо растоптать. Пройдет зима, весна настанет, заголубеет снова даль, а я все жду, когда растает моя студеная
моя студеная печаль. Красиво, красиво. Надеюсь, все, кто любит эту песню, сейчас порадовались. Да. Порадовается. Порадовались. Написали, что аж мурашки от вашего пения. И еще бы! Вот она вернулась, смотрите, как по-другому. Дерзкая вернулась. Девчонки, пишет, как же душевно, девчонка. Вы бы душой поете и потому цепляете нас всех. Браво. Спасибо большое. Мария Антипина вам написала. Я дерзкая, это я шучу, на самом деле, я очень недобрый человечек. Браво, браво. А, я сюда возвращаюсь, в освояси. Чуть-чуть при разговорах. А то меня тут однажды выскочкой назвали. Лёша, есть гитара? Не однажды. Чё это? Лёша, есть гитара? Серёженька. Да вот, помнишь, когда мы... Занимаешь много пространства в этом мире. Я понимаю, да. Так, сейчас я отодвину. Да. Уважаемые зрители, кто писал какие-то вопросы, мы немножко отвлеклись от комментариев с настройками. Если вы что-то хотите, повторите, пожалуйста, сейчас во время этой песни я прочту, и ребята будут отвечать. Ты готов? Сейчас погоди на гитару еще. Угу. Красивая гитара. Кстати, вообще-то. Новая гитара на новом диване. У Вани новая гитара. Вообще-то. На новом диване. Очень красивая. Подарочек. Че, Леш, тебя ждем? Есть? Ура! Можно есть сказать. Можно есть. Пойдемте есть. Всем приятного. Ой, Деся. Поехали? Хотели. Спрятался за рощу, спят речные берега. Хороши июньской ночью сенокосные луга. От любимого дружка в небе вспыхнула зарница, над рекой туман поплыл, и уж время расходиться, да расстаться нет. Зарница, над рекой туман поплыл, и уж время расходиться, да расстаться нету сил. Пусть подружки нет.
снежком рано над лугами загорается рассвет. Да и мало ли так бывает, что не спим мы до утра. Ух ты, ночка луговая, сенокосная пора. Мало ли так бывает, что не спим мы до утра. Ух ты, ночка луговая, сенокосная. Смелее! Хлопайте, хлопайте! Браво, да, браво! Как всегда, профессионально, какая? Нежно и сердечно. Одним Вань. Словом, пташица. Ирина пишет. Лучшее исполнение этой песни — Ирина Корсакова. Спасибо, у меня аж мурашки в конце были. Тамара Лебединская пишет. Ой, что вы со мной делаете? Бросила все свои дела, а их миллион. Сижу и слушаю вас. Приковали. Спасибо вам большое. А я приковываться рада. Подпевают, пишет. Класс. Да. Так, теперь пойдем вопросиками. Спрашивает, был комментарий, где ваши птенчики? А, вон они. Просыпаются. Да, мои еще не доехали. Мои сейчас приедут, кстати, скоро. Дай мне телефон посмотреть. Лёша в пути с папой. Да. Кира за кадром. Мя-мя-мя-мя. Скажи что-нибудь, Кир. Скажи ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Уберите микрофон, да? Я не даю комментарии. Без комментариев. Она наоборот хватает микрофон, такая, дайте мне. Только что болтал и в мой микрофон не решила больше не говорить. А Варя занята немножко игровыми делами, но думаю, что скоро наденет платье и придет сюда. Ваня, вопрос к тебе. Всё, взяла. Иван, Арина, поздравляю вас с новосельем. Максим пишет спасибо. И, Иван, вы были 2 раза в качестве гостя на авторадио в Санкт-Петербурге. Какие ощущения от прихода на радио, и хотели бы вы еще на других радиостанциях побывать? Конечно, хотел бы. Всей пташицей. Но хочу сказать, что там все студии очень маленькие, да? Узенькие. Да нет, почему? Есть и большие студии. Есть и большие, да. А вы на какое радио хотите попасть? Загадаем. Мне нравится радио Ваня. А я хочу свою радиостанцию, чтобы там пташцу крутили только. Слушайте, ну... Нет, радио, любое радио хорошо. Я вот люблю Питер ФМ радио. Я слушаю только дорожное. Наше, да, тоже хорошее. Да. У меня кроме дорожного ничего не играет в машине, поэтому сорян. Да. Дорогая пташица, вам теперь свободно сидеть на диване, наверное, удобно. Водиться. Господа пташицы, вам удобно сидеть? Вообще. Я хочу немножко закадровую историю, когда мы с Ваней ходили выбирать диван. Мы на каждом диване сидели, и Ваня примерялся, удобно ему будет сидеть с гармошкой или нет. Я говорю, Вань, ну в 99% использования этого дивана это будет обычная жизнь. Нет, нужно все равно, чтобы было повыше. Солнышко наше. Конечно. И мы все равно не сошлись на немножко на этом. Выбрали больше, чем хотела ты? Диван. Не, выше хотели. Хотели повыше, да. Но кусочки для... Извините. Самое смешное, да, действительно, что для 5 точек есть прям 5 отделений на этом диване. То есть можно прям развалиться. Да. Еще пишут, Арина, передайте, пожалуйста, привет моей маме, Фаине Ильиничне. Она вас сейчас смотрит. Но я ей передаю привет, и пташцы, я думаю, со мной вместе. Привет! Конечно, присоединяемся. Фаина Ильинична, как давно не виделись. Сегодня пишут, что день Грибановки. Да, сегодня мне написали. Да, сегодня день Грибановки. Грибановка, с днём! Да. Антон Грибанов, привет, с праздником! Валя! Для посёлка, да. У вас сейчас есть какая-то... Я можно момент? Да. Сегодня же день веры, надежды, веры, надежды, любви, да. Ты веришь? Надежда моя. Ты веришь? Звезда моя, поздравляю тебя. Тетя Надя, я тебе звонила, ты не взяла трубку, но ты, наверное, там вся дела. Вся в празднике. Да, наряжалась на эфир. Подарок у тебя, конечно, сегодня пушка-бомба.
вообще. У меня есть один последний вопрос, чтобы перейти к песням. Любимая пташца, а как можно пригласить вас на юбилей к маме на 75 лет? Мы будем праздновать в Санкт-Петербурге. Я, наверное, микрофон передам тому, кто заказывал. Расскажите, пожалуйста, как вы заказали пташку? Добрый вечер, конечно, добрый день всем, у кого как. Заказывали очень просто, то есть самое главное, надо слушать пташицу, то есть, соответственно, она должна полюбиться всем, то есть, кого вы пригласите. И телефон Ванин, то есть на всех, то есть, мне кажется, надо связаться, да, с Ваней, везде. И он все расскажет. То есть, кто сможет приехать, потому что у всех дети, у всех, то есть, у кого как, то есть, мне подфартануло, приехали все, и, то есть, все было классно, все замечательно, то есть, нет, я микрофон пока не отдаю. Говори, говори. Все было очень классно, то есть, все было весело, то есть, всем зашло, и, дай бог всем здоровья. Алло, да, на юбилей выезжаем. Спасибо, Андрей, спасибо. Возможности. А теперь мы дружим, вот, приехали на юбилей, познакомились и подружились, вот так вот. Вообще, а теперь на они деле... на новоселье приезжают. Да. Вообще, да. На самом деле, не первый такой случай, когда наши дорогие поклонники становятся друзьями и близкими людьми. Это здорово. Опа! Вот и песня. Ну что, у вас есть песня? У нас есть. Какую песню споем? Мы вообще хотели сегодня по заказам. Вот есть там что-нибудь, может быть? Просили лампадочки, просили проваренную, без вари эту песню сейчас уже невозможно петь, она не простит нам. Лия, был отдельный запрос к тебе, сейчас я найду эту песню. Интересненько. Пускай пока ищет. Сейчас мы исполним для вас песню, которую... Мне кажется, нам надо прям поставить жирную точку в этом моменте. Очень... Давно нас просят спеть песню «По тропе, что снежком запорошено». И мы с какого эфира пытаемся ее исполнить? С 12-го. Я напомню, да, сегодня 35-й эфир «Гармонь» в прямом эфире, выпуск. Поэтому все, давайте. Ура! Мы сделаем это. Да, чтобы сразу вот прям все точки поставить над «и», мы сделали свой вариант, а то потом будете: «Ой, у меня не так пели, в деревне здесь не то». А у нас своя деревня. Мы как бы... Его финализировали, и получился наш пташечий вариант. Вот так, какой вот, да, получился? В любом случае, давайте петь вместе. Да. Что снежком запорошено, были встречи с тобой горячи. Не ходи ты за мною, хороший мой, и в окошко мое не стучи. Не ходи ты за мною, хороший мой, и в окошко мое не стучи. И не я тебя, милый, оставила, сам решился на выбор такой. Ведь не я тебя, милый, заставила целоваться на свадьбе с другой. За полицу, моя гордость того не велит. Если сердце мое успокоится у подруги моей, заболит.
Если сердце мое успокоится, у подруги моей заболит. Были встречи у нас с тобой разные. Ты с другой целовался, друг мой. Горько порою бывает мне, вспоминаю я встречи с тобой. И окно не закрыла я ставнями. Приходи покурить под окном. Только счастья чужого не надо мне. Хватит мне на мой век своего. Только счастья чужого не надо мне, хватит мне на мой век своего. Ну вот, как-то так. Так смелей же! Гость у нас скромный, не хлопают. Даже Лёшу заставили. Ой-ой-ой. Да у нас в этот раз Ваня, вода открой, в стеклянных бутылках. А то я издевался весь, дышать нечем мне. Спасибо. Вот это и я. Я не могу. Я тоже. И это уже мне не я. А то подумают, что мы тут спим сидим ага. на эфире. Да вот, я не могу, у меня прямо что-то. Нет, там, правда, дышать просто нечем. Твои мужчины где-то на подъезде. Ага. Сейчас должны с минуты на минуту. Ага. Ой. Классно, спасибо за эту песню в вашем исполнении. Арт Эго пишет. Спасибо большое. Наконец-то. Мы постарались, я бы сказала, очень сильно. Mm-hmm. Песня супер, исполнена вами великолепно, Людмила Смирнова. Спасибо. Пишет. Как вкусно пахнет. Вообще-то да. Еда. Вот вам. Несет, смотри, мясо твое. Ура, ура! Неужели я попала на ваш концерт? Давно не видела вас, ребята. Спасибо огромное за ваш труд. Наталья Пологова пишет вам. Спасибо большое, что смотрите нас. Нам очень приятно. А сколько нас смотрит человек? Сейчас нас смотрит примерно... Не примерно, сейчас скажу точно. Давайте. 1282 зрителя. Ну это... Давайте, вот это вот это наше стандартное, да? Берем ссылочку, копируем. 5 друзьям, оп. Ну, он хотя бы 3. Ну, 5 пускай. Качественно надо. 5. Давайте уж 5. И все смотрят. Понятно, что у вас там не 1000, сколько я уже забыл? 200. Да, собираемся. А вы там смотрите с родителями. Отправляем 10. Да. А вы там смотрите с родителями, я знаю. Кто-то с детьми смотрит. Нам это так приятно, что... Да, вы бы знали. А давайте возобновим традицию. Присылайте нам фотографии, какой компании вы смотрите. Да? Потому что вы нас видите, а мы вас нет. А можно фотографии куда-нибудь прикреплять к этим комментариям? Каким-то? Да, выкладывайте, да, смотрю, да. Пташцу, прямой эфир. Прям ВКонтакте в комментарии можете кидать, мы потом, может быть, какой-нибудь что-нибудь да. замутим альбомчик. Он там есть, кстати, он да. Есть. А, о, да. Тем более. Может, Иван П. пишет вам. Отличное исполнение песни «На тропе». Прослезился аж. Спасибо. Душевная песня, да, вообще. Да. Только сейчас... текст «Покурить там, приходи ко мне». Курение вредит вашему здоровью. Минздрав предупреждает. Нельзя сейчас петь такие песни. Там был очень большой комментарий, я его пропустила уже. Булам писали «Привет с Риги», что очень рады попасть на ваш прямой эфир в этот раз. Круто. Спасибо, что смотрите. Смотрит Красноярск видео. И была Елабуга, где Ваня выступал в Республике Татарстан. Класс. Круто. География расширяется. Грибановка, Северодвинск нас смотрит. Ну, Грибановка. Вельск перед глазами не пробегал, если честно. Вельск вы где? Ну-ка, отвезись. Курская область видео. Екатеринбург, где-то много разных еще.
А, сейчас Лия вот нашла комментарий. О. Анна Штырхунова просит: Лия, пожалуйста, песню «Полюбила бы я». Этот текст надо искать. Сейчас найдем. Она же уже замужем. Ой, мои приехали вон. Полюбила уже. Вон. Нет, ну я не знаю. Ты стесняешься или не уверен? В принципе, можно, если найдете мне текст. Он просто есть в интернете. Да, напиши Юрий Старцев. Это ты не там, Светик. Да. Во. Просто сейчас приедут, они придут и меня отвлекут, скорее всего. Потому что я боюсь. Ой. Приходи. Там же Лёша приехал. Как называется? «Полюбила бы я» Юрий Старцев. Мне надо тогда белую гармонь. Вот этот текст прям открывай, первый. А, все, он так, да? А-ха-ха-ха-ха. Я пойду тогда губки подкрашу. Давай. Ну, сходи. А я можно с тобой посижу? Нужно. Для моральной поддержки. Я ее один раз в жизни пела. Почти премьера, дорогие друзья. Ну что, поехали? Можно, золотая, да? Гармонистка Российской Федерации. Золотой. Лия Брагина. О, вот сегодня у нас конференция. Ты меня только, пожалуйста, не обрезай. Слова и музыка. Да, пусть она. Юрий Старцев. Давай оставим Лию одну в кадре. Полюбила бы. Сиди. Все. Все, можно, да? Можно? Я волнуюсь. Не волнуюсь. Давай, не бойся. Полюбила бы я, да не знаю, где милый живет. Разлюбила бы я, только сердце того не дает. Разлюбила бы я, только сердце того не дает. Убежала бы я, да не знаю дорогу к нему. Отказалась бы я, только сделать того не могу. Отказалась бы я, только сделать того не могу. Сворожила бы я, да не знаю привады такой. Загуляла бы я, да не нужен никто мне другой. Примирилась бы я со своей непонятной судьбой. Только чувствую я, ждет меня мой единственный бой. Только чувствую я, ждет меня мой единственный бой. Полюбила бы я, да не знаю, где милый живет. Только чувствую я, ждет меня мой единственный ждет. Только чувствую я, ждет меня мой единственный. Браво! Спасибо! Единственные твои приехали. Ага. Лёша, где привет. Ангелина-то моя? Ангелина Вовк? Да. Которая Арина. Пополнение. Ты пойдешь ко мне? Кроссовок упал. Куда? Иди ко мне. Лия, браво, пишет вам Вера Скорее. Цыганова. Так. Скорее. Молодец. Здорово. Привет, солнышко. Я первый птах в эфире. Передай привет бабушке и дедушке. Скажи, баба, деда, привет. Вон туда. Передашь привет, Лёш? Скажи, подумаю. Привет. Ой, еще один птенчик идет. Давай кофту снимем. А у меня упал косок.
Да ты что? Так, сейчас у нас детский садик на минутку. Все слышали? Ой, ребят, на самом деле, сколько кроссовок? Прошел год, да? Да, почти год. Кроссовок? У меня есть такое ощущение, я сегодня какого-то... Кирунь, помаши всем, скажи привет-привет. Помаши всем привет. Жутко домашнего эфира. Мы как будто первый раз вообще. Ой. Какая-то такая расслабленная обстановка. Лёша там приехал, да? Лёша, ты Лёша машешь привет. Лёш, привет. Лёш, привет. Тусовочка. Ну, так и... Да, ты его поднял? И это было специально. Ты поднял кроссовку? Ты поднял его? Я так задумывала. Ты кроссовку. Молодец. Скажи, баба, деда, привет. Они на тебя смотрят сейчас. Да, ты же хотела сказать, Кира, помаши бабушке с дедушкой. Бабушкам с дедушками помаши. Нет, пока тут идет заседание пташицы-младшей, пишет очень много тебе комментариев. Брависсимо, Сергей Петров. Лея, как здорово. Красиво, Татьяна спела. Лохмытка пишет тебе. Личка, ух, как красиво. Какой голос, прелесть. Ура! Спасибо большое. Спасибо. Ребята, вы наш золотой фонд. Ваши песни и вся деятельность на вес золота. Ну а сейчас, наверное, давайте чуть-чуть расскажем о том, как вы попали на «Привет, Андрей», потому что многие пишут, что смотрят вас и там, нашу ого. Маму, и тут, и там показывают. Ну, вот а так что рассказывать? Мы еще не смотрим. Таим. Как попали? Вот меня, кстати, многие спрашивают, как попасть? Ну, нам позвонили редакторы, все просто. Нас увидели в интернете, да. Нашу передачу. Интернетовскую «Игра гармонь» в прямом эфире. На самом деле, как там... Самое интересное, два дня назад звонит дедок с Кировской области. Ага. И уже не первый раз. Иван, ты, наверное, не помнишь меня уже? Так ты же отключил. Опять? История остается на потом. Ну вот, получается, что нам, как всегда, позвонили, написали редакторы. Но дело в том, что если раскрыть совсем тайну, то разговор о передаче с нашим участием в главной роли, он уже велся достаточно давно. Просто мы выбирали дату, и вот летом мы выбрали дату, чтобы нам всем приехать, да, на осень, чтобы... потому что у нас все-таки 5 человек, у нас тут и дети, и вот у Вани были все лето поездки, концерты. Вот, мы выбрали дату и, собственно... Ты все, пошла? Поехали на передачу. А папы нету еще. Ну, сиделась в кадре. Что еще рассказать? Ну, я думаю, конечно, что это все благодаря нашей интернет-передаче. Как там написано на просторах интернета? Душевные песни. Нет, нет, обсуждаются интернет-видео, которые стали сенсацией. Получается, мы стали сенсацией, и нас стали приглашать. И, конечно, мы долго ждали, чтобы... Ты тоже пошел? Наконец-то мы были вместе на передаче, и эта передача была про нас. Ну, в общем, мы безумно рады. По приглашению, если сильно коротко. Но мы сами напрашивались. Много-много раз. А был еще вопрос, как долго вы снимали передачу? О, часа 4, наверное. 3,5. 3,5. Ну, ребята, ну, расскажу, что это была поездка 7 сентября. Да. И где мы с аккуратно. Ваней... Аккуратно, Сережа. Где Ваню выкладывали, что он там на мотоблоке катается по деревне. Это для съемок «Привет, Андрей» было. Сейчас, так, сейчас немножко поверну, чтобы вас было виднее, раз все убежали из кадра. 7 сентября, и вот мы дождались. Мы сами планировали трансляцию на 30-й, и так уж сложилось. Вообще, представляете? Да, что редакторы решили, что сегодня будет и выйдет и сама передача «Привет, Андрей». Да, вообще сложилось все идеально. Мы еще, когда туда съездили, говорили о том, что вот бы сделать трансляцию, да, перед эфиром передачи самой по телевидению. И у нас ровно все так прям вообще четко. Вообще мы хотели новоселье праздновать сегодня. Да. Потом пришла идея эфира, ну что, раз мы на новоселье соберемся, давайте сделаем эфир. А тут еще и передача подтянулась сама, которая сегодня будет в 17:50. Ну кто-то уже смотрит. Ой, кто уже посмотрел? Вы пишите, кто уже посмотрел, кто смотрит, свои впечатления. Не пишите, не рассказывайте остальным. Короче, без спойлеров, но с впечатлением. Да. Мы потом почитаем все. Да, конечно. А мы потом тоже сядем вместе смотреть. Мы тоже просто не хотим себе спойлерить. Знаем, а то мы-то не знаем, да, что там будет. Ну, в смысле, в итоге как бы... Мы не знаем, что там вырежут. Да, что из 3,5 часов уже сделали полтора. Да, будут делать что полтора. И что вот как бы получится вообще-то много из этого полутора. Берут. Да. Поэтому самим интересно. Мне, ну что, споем? Нужен...
Мы, давай поменяемся бубен. С тобой, потому что а у меня там. А ты играть не будешь? Балалайка. А ты балалайку. А Ваня на гармошке, отлично, все. Леша, давай посмотрим этот микрофон. Все на круги своя, микрофон. Я к своим инструментам, проверим. Вы к своим. Увидела комментарий самый последний, который сейчас прилетел. Светлана Выртасу. Мы еще ждем передачу через 2 часа начала. Ну, в принципе, мы как и у нас. Ждем. Мы очень ждем. Ваня, передашь привет своим фанатам из Коми? Передаю своим фанатам привет в Республику Коми. Семья Черных, семья Ивановых. Кого еще там мы знаем? Шаверины. Кого еще там помню? Ладно, дам проверить. Всем-всем, кто живет в Республике Коми и знает наши песни, наш ансамбль. В другом населенном пункте, регионе. Ой, мамочка. Верти. Так, наверное, лучше видно. Так, друзья, пока тут вы поднастраиваетесь, уважаемые зрители, спрашивали ссылку на донат. Вторую, есть в описании под видео, если вдруг интересно. Но я сейчас выложу на 5 секунд. Сделайте скриншот. Благодарный. Смотрите, на все это покупается оборудование, микрофоны, шнуры, камеры и так далее. Если кто очень хочет, может перевести такую помощь. Без... Что-то не очень, для да? Ансамбля. Ой. Там. Принцесса пришла. Королева просто. Там еще по ступенькам спускается. Все как надо. Покажите принцессу, пожалуйста, да, мама. Варю, не идем к нам? Будешь помогать? Ой. А бубен-то иди сюда, где а ее не видно будет тут. Здесь. К папе иди садись, между папой идем. И Вероникой. Вот, идем например. Ко мне. Где ее бубен? Сюда? Ищу. Вот он. Какой тебе дать, Варь? Ты киска? Черненький. Ты кошка? Черненький. Да, Варь? Какой? Черненький? Да, она черненькая. Ну, а мы передаем привет группе Садко. А именно Владимиру Макарову и Александру Бардину, которые написали эту прекрасную песню, которую мы сейчас для вас исполним. Интрига, интрига, да? Минор, дай. Минор. Нормально? Ну ладно, поехали уже. Она ползет. Я за деревню побегу, а на полях кругом цветы. Венок на голову сплету, ой, пропадаю без любви. Не отпущу тебя домой, на зорьке росы холодны буду я. Всегда с тобой, ах, как же ночи коротки, и буду я. Всегда с тобой, ах, как же ночи коротки. Ночь одурманила меня, кругом костры и огоньки. И повстречал тогда тебя я лунной ночью у реки. Не отпущу тебя домой, на зорьке росы холодны буду я. Всегда с тобой, а как же ночи коротки, и буду я. Всегда с тобой, а как же ночи коротки. С собой гармошку я возьму, все песни только о любви. Тебя я крепко обниму и зацелую до зари. Не отпущу тебя домой, на зорьке росы холодны буду я. Всегда с тобой, а как же ночи коротки.
лодке, и буду я всегда с тобой, а как же ночи коротки. И буду я всегда с тобой, ах, как же ночи коротки, ах, как же ночи коротки, ах, как же ночи коротки. Да, все-таки на лирических песнях, Варя, тебя нельзя включать. Да. Чуть-чуть сбиваешь нас. Малыш. Ничего, молодец. Ничего, Варя. У меня, тоже не сразу получилось. Ну, слушай их. Не, вначале ты нас, кстати, в такт забил. Да. Я впереди. Пишут, что 15 числа у Садко концерт в Екатеринбурге, и вас тоже очень ждут. Но... Класс. Мы тоже хотим в Екатеринбург. Когда Екатеринбург нас встретит. Да. А вы кто? Горожане города Свердловска-Екатеринбурга. Приходите к ребятам на концерт. У них круто. К нам не обязательно, а к ним. В смысле? Мы туда пока не едем. Вот когда мы поедем, тогда... Я думал, он скажет, а вы своим там в ДК стучите, что приглашайте пташицу. Это само собой, да. Но у меня не такая жила еще. Я не чую еще этого. Когда надо это говорить? Пишет вам Татьяна Вегера. Сердце замирает от такой красоты пения. Давайте, спасибо. Пока Варя в кадре, так Вареньку спрям. Давай. Ага. Ой, подожди, я сняла только. Надолго не хватит у нее. Терпение. Да, Варя? Давай проверим. Лишь будем Вареньку петь? Хорошо. Угу, давай. Ай, Варя, Варя, Варенька, ай, небольшая, не маленькая, а с сердцем добрым, ласковым, работящая. А ты надень-ка, Варенька, старенькие валенки, да пойди на край села, повстречай меня. Зима сибирская, зима пришла в наш город Нави. Новосибирь зажег огни на проспектах, фонари горит, румянец на щеках, осанки мчатся, ой-я, и две слезинки на щеках, на вареных щеках. Ай, Варя, Варя, Варенька, да пляшет в старых валенках, а с бойкой и частушкою не унять себя. Братья Заволокины, все, что Гена с Сашею, сердце рвут страданиями, глядя на тебя. Зима сибирская, зима пришла в наш город Наби. Новосибирь зажег огни на проспектах, фонари горит, румянец на щеках, осанки мчатся, уях, и две слезинки на щеках, на вареных щеках. Ай, Варя, Варя, Варенька, да подошью я валенки, я Гене с Сашею не плачь, сердце мне не рви. Да пусть я не их не брат, даже и не ум не зла, но у нас одна любовь, зима Сибири ты. Земля сибирская, земля, тебя в беде я отстаю, с тобой в горе припаду, с тобою радость разделю. Мне без тебя ни сна, ни дня, ты жизнь и счастье для меня, любовь моя, Сибирь моя. Зима сибирская, зима пришла в наш город Наби. Новосибирь зажег огни на проспектах, фонари горит, румянец на щеках, осанки мчатся, помня, и две слезинки на щеках, наварены щека. Супер! Да я понял тебя. Какофония какая-то происходила. Да, Вероника стала помогать Варе. Варя просто таким косым взглядом. Да, я видела, думала, меня убьёшь.
Очень многие написали сейчас, что песня «Варенька», та, с которой началось знакомство с вашим ансамблем, несколько человек увидела, что написали. Александр из Риги посмотрел все ваши выпуски «Пташцы», но на прямом эфире впервые. Я в вас всех влюблен. Успехов вам, здоровья и вашим деткам. Спасибо. Спасибо. Евгений Никулин, «Пташечка», сердечный привет вам с Дальнего Востока. Скажу кратко, услышал и полюбил. Если можно, песню «Две души». Давайте. А мы заготовили. Да. Прямо просто у нас творятся мысли. Я только что подумала, вот ее сейчас будем. Честное что, Свет, слово. Бери скрипку. Ванечка, только не самым красивым. Да, у меня тоже. Все нормально. Серьезно пойдешь? Я немножко или сейчас перечислю песни по заявкам. Давай. Вы себе давай. Галочки отметьте. Подорожник. Подорожник, трава. Дальняя, на душе тревога. Подорожник. Так, да, подорожник мы услышим сегодня. Олечка, подорожник. Мы не репали, не знаю, попробовать надо. Медленно. Подорожник. Приложим куда-нибудь. Ну, давайте домик окнами в сад. Нам сейчас только надо обязательно без бубна. Домик окнами. Варечка, отдай пока. Сейчас ты с нами посиди. Песенка будет. Точно никак. Дай Вай на твой. А давайте кто-нибудь сядет к Ване, Света. Поменяйся с Варей. Вероника Семицкая. Точно? Ну да. Ладно, что, я, например, запомню, Андрей пока две песни. Ванечка, нет, вот я думаю, может быть, ну, да, я видела Сережа местами. Да, кто уже посмотрел, знает, что песня «Две души» будет на передаче «Привет, Андрей». А, или тебе нельзя туда? Да я не знаю. А сколько я могу подвигать? Нет, наверное, ну... Мы ничего не смотрели, понятия вообще не имеем. Должна быть, да. Мы надеемся, что она осталась. Не, просто проверить этот. Ой! Давайте. Веронику не видно. Так, надо гитарка, по-моему, потекла, нет? Хочешь, я сяду? Не, нормально. Последний, если только. Да? Извиняюсь. Как красиво играет. Последняя струна как будто, да, чуть-чуть? Сейчас лучше. Мне тесно дышать. Поехали, да? Угу. Тебя зажали, мать? Души, гуляя по небесам, говорили в тишине по душам, о земле говорили, ничего не забыли из того, что пережито. О земле говорили, ничего не забыли из того, что пережито. Две души. Вдали от грешной земли разговор неторопливый вели, как друг друга искали, но в толпе потеряли тонкий след печали замели. Как друг друга искали, но в толпе потеряли тонкий след печали замели. Две души. Души, две души, две души, две души, две души, две души, две души. Две души, обнявшись, став под звездой, вспоминали час особенный свой, час, когда тьма пропала, и душа отыскала в душе единственно родной.
час, когда тьма пропала и душа отыскала путь в душе единственно родной. Две души, две души, две души, две души, две души, две души, две души. По небесам говорили в тишине по душам, о земле говорили, ничего не забыли из того, что пережили там. О земле говорили, ничего не забыли из того, что пережили там. Ура! О, эти Лёшины аплодисменты, бог мой! Дорогого стоит. Передаю привет своей бабушке. Бабушка смотрит 100%. Здесь все в доме пытались не дышать в этот момент. Правильно делали. Песня такая. Да. Хрупкая. Хрупкая. Нежная, красивая. Песня говорит, хрупкая, нежная, красивая. Все старались не дышать в этот момент. Что пишут-то? «Две души». Очень хорошая песня. Она, видите, там еще немножко допивается, поэтому 30 секунд у нас есть рассинхрон. Ольга Орлова пишет. «Так уж получилось, что стали вы родными душами моей душе. Вот и сегодня до ноченьки будет услада и отрада мне от песни «Две души». Иван Петрович, привет из Воронеже, люблю вас, и когда попадаю на прямой эфир, бросаю все. Вот и сейчас на даче слушаю и смотрю. Детки подросли. Угу. Да. Всем здоровья и мира. Наталья привет, Иван. Воронежу! Привет, Ивановна. Какие чистые голоса, талантище, пташцы, восхитительно. Спасибо. Простите меня, то, что я немножко запинаюсь, я давно не читала комментарии. Я давно не читала. Целый год, детские книжки, а там все так легко. Да, там все в рифму, там все без подковырок. Бом-бом, тили-бом, загоримся. Спасибо за ангельское исполнение. Ну что, еще будете по заявкам? Смотрите, а есть? А, что это за звезда? На позиции. Да, был сейчас. Подорожник и... Уши-то горят еще. Да? Что уши? Горят. Что там еще-то было? Вас кто-то вспоминает? Да, нет, там батарейки у вас. Штучка. Домик окнами в сад. Класс! Дядька увидал батарейки, сам обрадовался. Я тоже обрадовалась. Загорелись уши. Я уж подумала, я не смотрела на вас. Вы так обрадовались песне. Мы же предупреждали в интернете о том, что сегодня будет такой эфир, как будто бы мы в самом начале. И будем импровизировать. Мы готовы петь по вашим заявкам. Хотите домик окнами в сад? Будет домик вам. Окнами в сад. Давайте. Еще просят Галину. Тихий омут. Ух ты. Галина, чудная Галина. Домик окнами в сад. Я ушел туда. Так. Домик окнами в сад. Следующая гармонь пошла. Да, я справилась. Там, где ждет меня мама. По какую? Да, ты на краешек. А, да? В гармонь. Ивановна, извините, куда? Я попутала. Почему-то я думала, может, это... Может быть, что-то что неверно давать? Написано. Вот это мне тогда надо. Ты неверный. Каждая ваша песня — шедевр. В Новосибирске за окном ночь, а в душах Новосибир... В душах. Ну все правильно, в душах. В душах новосибирцев радость, счастье и любви вам, милая пташца. Спасибо. Нелли Милованова. Ванова. Да. Спасибо, в душах спасибо, это где моется? Нет, почему? В душах новосибирцев. Я сейчас не на в душе же написали. Немножко скороговорок поговорю, потому что очень тяжело. Какие можно поговорить? Корабли лавировали. По полю летит. Да, бык тупогуб, тупогубенький бычок. Еще просят счет за любовь. Сейчас выставим, не переживайте. Цифры знаю, наберу. Светик, подвинься, пожалуйста, так чуть-чуть клей. О, кстати, видали, у нас солнышко.
Да, я хотела дождик. Сказать, был дождь. А мы запели. Тучи, запели. Тучи разогнали. Ну что, поехали? А? Как начинается? Домик окнами в сад, там, где ждет меня мама, где качала мою по ночам колыбель. Домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад, голубая метель. Домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад, голубая метель. Я сюда возвращусь, может быть, слишком поздно. Южный ветер ночной, там какой-то мужик, прогоните его. Запах яблок принес, домик окнами в сад. Ты приснился мне просто в той стране, где пошло все на снос, домик окнами в сад. Ты приснился мне просто в той стране, где пошло все на снос. Все на снос, дом и сад, и любовь, и печали, и калитка в саду, и оградка во мгле. Домик окнами в сад, неужели отзвучали эти звуки, что так душу ранили мне? Домик окнами в сад, неужели отзвучали эти звуки, что так душу ранили мне? Там, где ждет меня мама, где качала мою по ночам колыбель. Домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад, голубая метель. Домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад, голубая метель. Красиво, красиво. Очень я думал, там какой-то этот все неадекватный хорошо. Зашел мужик. Слушай, смотрите, хозяин дома переживает. У меня доставка работает каждый день. Мне приезжает, ну, не реклама, а Озон, Wildberries. Тут же нужно все дом, все в дом. Я уже просто, да, здравствуйте, как ваши дела? Не одни и те же приезжают мужчины. И уже как родные. А вот я уже не позвала его на трансляцию? Нет, я его увидела в окно и сразу думаю, ну вот наш родной дядечка. Хозяин переживает. Правильно. Так, просят, тут небольшой вопрос. Арина, Ваня, сами пригласили на новоселье, так расскажите о доме. Речка хоть есть рядом? Речка? Ариш, есть речка рядом? Нет, есть озера тут небольшие неподалеку, но речки с нашим домом нету. Ну, озера ничего себе. Ну да, но еще раз скажу, что мы, наверное, не еще раз, а расскажу, что мы живем не в деревне. Не шуми. Живем не в деревне, мы живем просто вблизи города Санкт-Петербурга. Это коттеджный поселок. Здесь дома такие
частные, много их. Инфраструктура есть, но речки, лугов, полей, лесов очень минимально. Ну, а нет, жаль, вон, да, я вижу лес. Из окна лес. Мы за грибами завтра с тобой пойдем. Мы, да, завтра в 4 утра идем с Сережей за грибами. Ничего себе новости. Мы договорились. Да. Интересно, встанем ли мы? Ну да. Ребята... Мы Таню с собой еще возьмем. Да, все. Отлично. Вот мы втроем. В общем-то, ребята на грани. Они как бы городские, но свежим. Вам вечером Андрей про Лешего расскажет, и никуда вы завтра не пойдете. А, да. Точно. Не ходите. А мы фигу в карман положим и пойдем. Трусы на левую сторону. И трусы на левую сторону оденем. Тут прям комментарии прилетают. Я уже готова рассказать вам что-то одно, потом прилетает другое. Арина, пожалуйста, песню «В деревеньке я живу». Что это за песня? Пойте. Твоя? Пойте. Арина, пожалуйста. Твоя? Ну, просим. Сырая еще. Сырая. А какую песню ты обещала спеть? За лето выученную, про деревню. Я обещал. Обожаю. Так, давайте. Решаем вопросики. Привет вам много раз из Ярославля. Передавали. Сейчас пишет из Якутии. Спасибо за творчество. Туй Арра Петрова. Спойте, пожалуйста, про осень. Что такое осень? Это небо. Я прослушал, что Арина сказала. Я думала, ты запела. Что такое фиксики? Эту можно спеть про осень. Уходит ли это? Нет. Такое. Пишет... Листья желтые над городом кружатся? Не знаю. Про домик до слез. Домик родной в память, пишет вам. Я хочу ДТТ. А что, спойте «Уходит лето», это правда? Ой, когда ее петь-то? Нет, у меня... Зимой не поете, весной не поете, летом не поете. Лето ушло, вот как раз. У меня есть это... А, ну уже она не актуальна. Ну, все. А что, какую песню про осень? Какая-то у нас есть песня про осень. Осень, осень. Омут, тихий омут. Хотите спеть? Не хочу. Листья сбросить. Мы боимся заложать ее, если честно. Будем с вами откровенны. Ладно. Сейчас комментарий хвалебный вам. Давай. Вера Гришина, здравствуйте, мои любимые пташцы. Привет из Казахстана. Ваша поклонница уже 5 лет, наверное. Когда в 2019 году болела ковидом, ваши песни помогали мне выздоравливать. Спасибо вам огромное. Здоровья вам. Спасибо большое, что нас смотрите. Не болейте. Не болейте, да. Никогда. Да. Сенокосные луга. Мы уже пели сенокосные луга. Сегодня? Да. Это «Ночка луговая». Где была? Одна и та же песня. Глюк. 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 Есть еще заявочки? Покажите нам вид из окна. Нет, ребят, ну тут нечего. Смотри, Леш, тебя в наушниках, как мне, как монитор отражается, я себя слышу. Сейчас задержечка. Есть еще заявки по песням? Я вам что-то говорила. Ну, мы ничего из того, что да ты говорила. Да я, ну, так резко отреагировала, не знаю, мне кажется, не в форме сегодня для счета за любовь, но спасибо. Подороже. Ну, спасибо. Ну, надо пробовать, не знаю, попробуем. А то я только молчу, сижу. А? Подорожник. Подорожник. Давай. Будем пробовать? Или не рискнем тоже? Мы его 100 лет не пели. Давай. Да вы всегда его не поете, а потом поете красиво. Вот именно. Прибедняются тут. Ну, листья. Главное, по шее не получить за эту песню. Над городом кружат, только песню хотят. Ну, просто... Про осень. Да. Смородину спойте, ку-ку да ку-ку. Вот кто-то с горочки спущается. Лена... О, вот кто-то с горочки спущается, да, я читала в комментариях. Спущается? Да. Именно. Да. Так, надо с тональностью только быть... Лампадочки много раз писали. Вот лампадочки можно. Реж, прошу, фиксируй, плиз. Я пойду туда. Куда-нибудь пиши, потому что нам некуда, да. Что помним, то помним. Ты готов? Ну нет, давай. Готовы все? В Адонской степи дороженьки, где от ветра клонится трава, одинёшенька там подороженьки, он втайне бежит.
как открыться ей, увы, не знаю, как сказать, что люба мне она. Только лишь украдкой намекаю ей, что душа моя любви полна. Подорожник на сердце рана, ну как сказать мне о любви своей? Подорожник на сердце рана, ну как сказать мне о любви своей? Гадает, ничегошеньки не говорит, от того душа моя страдает, да и сердечко девичье болит. Не могу сказать ей откровенно, что имею чувство к ней одной. Поделюсь я с нею непременно, да только все кажу, как сам не свой. Подорожник на сердце рана, ну как сказать мне о любви своей. Может мне самой ему сознаться, но боюсь, а вдруг он не поймет. Не девичье дело признаваться, уж лучше ждать, когда он подойдет. Как же мне решимости набраться? Не могу к ней смело подойти. Мне бы надобно в любви признаться, да только слов никак мне не найти. Подорожник на сердце рана, ну как сказать мне о любви своей? Подорожник на сердце рана, ну как сказать мне о любви? Я целую вашу ручку. Как-то так. Божественно. Ой, ты вы мои золотые, господи. Всегда пожалуйста. Это ты нас золотая. Пишет хорошее разложение звука. А? Хорошее разложение звука. Я не знаю, кому комплимент. Лёша. Лёша разложил свой звук. По полкам. Лёша, еще раз давайте. Где твои аплодисменты? Все спасибо. Давайте, пожалуйста, скажем нашему дорогому звукооператору Алексею. Да. Который вот
Вот, вот это вот, вот это телефон все. Телефон вот, только не скидывайте, а то уведут. Нет. Не-не-не-не-не. Да, не-не. Мы не будем ругаться или что-то говорить. Небольшая была задержка именно в начале, что ребята еще до последних минут со звуком что-то правили, потому что Леша, он такой красавчик, забежал за, просто за 15 минут. Все, настроил, все подключил. Кто подписан в Телеграме, уже может увидеть, какая у него тут сегодня система. Мы с Аней в шоке. Сначала опоздал на 2 часа. Ну, потом, ты же поделал, а потом все четко сделал. Ты же из-за дела опоздал, сделал. Потому что ты же аппаратуру собирал. Не опоздал, задержался. Да, да. Это же все надо было собрать еще. Конечно. Клички взять. Тут такие спасибо он. Спасибо тебе так, большое. Мы хвалим тебя, принимай. Спасибо, ребята. Давайте сейчас немножко расскажем, где есть Пташца, где можно ее найти. Вот мы. Первое, это сайт ptashtsa.ru. Там есть немножко информации об ансамбле. Там не всегда, но... Когда я вспомню об этом, если честно, выкладываются анонсы, где они выступают. Если Света и Сережа мне напоминают, есть все выпуски трансляций. Да, есть какой-то список репертуаров, там можно нам даже написать. И все контакты есть там, на сайте ptashtsa.ru. В каких соцсетях вы еще есть? Самые ВКонтакте. Свежие новости нашего коллектива абсолютно точно в ВКонтакте. Да. И на России один. Сегодня. Кстати, да. Который час? Вот. 16:32. У нас осталось 28 минут. Мы почему есть? 28? Час. Надо собираться. А. Собираться, чтобы посмотреть эфир. Ну, да, да, а да, почему да. Я так отдельно говорю? Потому что это действительно наш самый такой интернет, наша самая активная интернет-страница ВКонтакте. Смотрите все новости свежие там. В Одноклассниках мы есть, в Телеграме, мы есть в Инстаграме, в запрещенной социальной сети. Ну, давно мы его не ведем именно ленту, но какие-то важные события в сторис выставлять стараемся. Uh-huh. Про Телеграм сказали? Да, сказала. Про Телеграм сказала. Мы тут хохочем, кстати. Одноклассники, вот, Телеграм, Ютуб. На Ютубе, да, на Ютубе. Сотка! Да, 100 000! Кнопка придет! Да, нам скоро придет красивая серебряная кнопка, где будет написано «Пташица». Ага. По поводу Телеграма. Мы сюда ее рядом повесим, можно? А с другой стороны, Иван Разумов. Да, и будет классно, две кнопки будут висеть. Говорю, хохочем с Телеграма. Когда что-то выкладываем туда, люди отписываются. Когда ничего не выкладываем, люди подписываются. Да, это очень странно. Наоборот, как бы. Хоть не выкладывай. Мы можем посмотреть статистику, просто есть у нас такая функция. И это какой-то парадокс, действительно. Только происходит какая-то публикация, и люди уменьшаются. А потом ничего нету, и люди увеличиваются. Ну, что же мы делаем не так? В комментариях они ищут, где можно вас найти еще, а тут мы такие, хопс, напомнили, что мы... Ай, что я на эту пташку смотреть? Да-да-да. Ну, в общем, кто подписан на Телеграм, там есть небольшой кружочек о том, как выглядит закадровая жизнь сейчас. Подписывайтесь, переходите туда, все ссылки в описании, или просто по поиску ищите пташцы, вы ее найдете. Везде почти, во всех сетях. Да. Мы даже в ТикТоке есть. Да. Вы даже в ТикТок. Ну, там уже ничего нельзя выложить. Но если вдруг вы листаете, можно на нас мы вот такое умеем делать. Сейчас, подождите, вот. И такое умеем делать. Двойное, и такое. Ну, типа вот. Не вот так, а вот сейчас вот зумеры вот так делают. Модные дети делают вот так. Про песни. Давайте немножко быстренько пробегусь. Галину. По бугоркам, по лисьим косогорам. Ой, малина, ой, калина в речке, чистая вода. Ой, поставила, да? Так. Это на наш переужу «Ой, Калина, ой, Малина, в речке талая вода». На нашу версию. Нет, Калина, да, это я переставила. «Домик у дороги». Мои родственники из Северодвинска тут просят отдельным сообщением. И еще Ваня просит песню про деревню. Не увидела имя женщины, пробежала уже вниз. Песню про деревню, которую поздравлял, видео поздравления записывал ее отцу. У меня одно поздравление. Ты пока поешь, картотеку свою открывай там. Да, забрала твой стол. Извините, Варвара Ивановна. Варечка, все в дело пошло. Ивушки, кукушка, вот кто-то с горочки спущается. Романс про маму. Ку-ку да ку-ку. Так, ребят, запоминаем это, что там откладывается. Пока поем. Ку-ку да ку-ку я только запомнил. Романс про маму. Наливное яблочко у нас в Веронечке нету. Да. Пусть парни отстреляются. Чего? Дайте стучалку. А, у меня есть тут варено.
Готовы? Угу. Наверное. И... Наливное яблочко я сорву в саду, на свидание к миленькой вечерком пойду. Ты отведай яблочко, милая моя, да пойдем послушаем пение соловья. Наливное яблочко, оно сбоку зелено, а тебе любить меня батюшкой не велено. Улыбнется, милая, на щечках ямочки знать по нраву миленькой я и мои яблочки. Эй, дали-дали-дали-дали. А и мы в саду под яблоней вечер просидим, соловья заслушаясь, так и промолчим. Эх, развернут альяночку, да с перебором я запою страдания громче соловья. Наливное яблочко, оно сбоку зелено, а тебе любить меня, батюшка, не велено. Улыбнется, милая, на щечках ямочки знать по нраву миленькой я и мои яблочки. Ой, дали-дали-дали-дай, дали-дали-дали-дали-дай. Я в саду меж яблонек все хожу, брожу, а решения верного все не нахожу. Наберу-ка яблочек, да нарву цветов, да зашлю я к миленькой дорогих сватов. Наливное яблочко, оно сбоку зелено, а тебе любить меня, батюшкой, не велено. Улыбнется, милая, а на щечках ямочки знать по нраву миленькой я и мои яблочки. Эй, дали-дали-дали-дай, дали-дали-дали-дай, знать по нраву миленькой я и мои яблочки. Вова Апарин, привет тебе большой. Привет, обожаем твои песни. Спасибо. Да, класс. Так. Яблочки. Так, помню Ивушки, помню Ой, Калина, Ой, Малина. Ну что, хотим? Куку да куку. Куку да куку. Романс про маму я еще помню. Да. Ой. Какая хорошая память у нас. Домику дороги. Домик у дороги. А есть слова, да, я не вспомню. Да, сейчас найдем. Домик у дороги? Какая гармонь тебе нужна? Что значит нет заявок? Так. Я прошу пряху. Уже раза 4 писала песню. Пряху прекрасна. Мы не поем эту песню, к сожалению. Это я вот знаю, это что ли? Это молодая пряха. Низенькой светелке огонек горит. Молодая пряха сиди. Достаточно. Все. Молодая пряха у окна сидит. Браво, браво, Сергей. Золотое сопрано нашего коллектива. Ну вот это все, что мы знаем, как бы, простите. Что-что? Ну, заявку же выполнили, выполнили. Что? Какое сопрано? Да он за сопрано пел, я пошутила. Ну что ты, милая, что ты, кроме тебя? Испужалась? Ты так не шути! Да шучу я. А ты платиновая. Друзья, эфир обязательно сохранится, пересматривайте. Мы немножко подрежем начало, чтобы не было такой большой паузы. И отдельные песни из эфира, конечно же, удачной версии. Будут на каналах наших. Да, не забывайте подписываться. Если вы подписываетесь, проявляете какую-то активность, ребята становятся за счет этого популярнее. Это не просто слова, это действительно так. Популяризация. О, Вероника вернулся. Вероничка, двигайся ко мне. А, я пришла. Ариша, я а Ваню видно? Я все равно туда должен сесть. А, точно. Двигайся обратно. Мы с тобой меняемся? Все нормально? Тебе. Ой. Хоп.
стороне от бетонных развязок и угрюмых больших городов. Он стоит, как из русских из сказок, залетевший из прошлых веков. Деревянный, замшелый, убогий, покосившийся напрочь крыльцом, пригорюнясь у старой дороги, домик дедушка с добрым лицом. Пригорюнясь у старой дороги, домик дедушка с добрым лицом. Домик у дороги, домик у дороги, где же твой хозяин, Бог твой судья? Домик у дороги, встану на пороге, постучусь, не здесь ли ты, судьба моя? А вокруг дачи все до усадьбы, а вокруг роскоши голодьба. Ну а домику чудятся свадьбы, деревенская снится гурьба. Ну а домику хочется кости поразмять вековые свои, да видать уж давно на погосте те, кто жил здесь в согласии, в любви. Да видать уж давно на погосте те, кто жил здесь в согласии, в любви. Домик у дороги, домик у дороги, где же твой хозяин, Бог твой судья? Домик у дороги, встану на пороге, постучусь, не здесь ли ты, судьба моя? Стану на пороге, постучусь, не здесь ли ты, судьба моя? Браво! Ну, у тебя на, на бэке немножечко... Прости, мило. Разнообразнее получилось. Не, красиво получилось. Чем мы будем? Еще. Давайте, чтобы не пересаживаться. Давайте. Откройте, пожалуйста, огласите весь список, пожалуйста. Ой, Калина. У кого он поближе? О, можно, да. Да, давай. Галина просит четвертый раз. Да, Галину, давайте Галину. Ее первую просили, правда. Галину, Малину, давайте соединим и споем. Галину, Малину. Ой, Галина. По свету колесил я много лет, да счастья так и не нашел. Детишек нет, жены вот тоже, в общем, нет, и на душе нехорошо. Видал я много разных стран и городов, ногами шаг земной крутил, что было сил. Да только в сердце свою первую любовь всегда носил, всегда носил. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет на мою доминиду. Живет, живет в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Ой, живет, живет в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Галя, как я в армию пошел на космодром, и от тебя
все ждал письма. А до собора, что я другую там нашел, а ты поверила словам. Я много лет тебя пытался позабыть, бежал по свету, как чумной, не чуя ног. Да разлюбить тебя, родная, разлюбить, так и не смог, так и не смог. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет на мою долину. Ой, живет, живет в этом доме галина, да я никак все туда не дойду. Ой, живет, живет в этом доме галина, да я никак все туда не дойду. А помнишь, Галка? Нет, не то. Мы уже вспомнили. На голове полным-полно. А я-то не сюда еще. Следы, да кружит злое воронье. Встречал я женщин умных, сильных, молодых, да не похожих на нее. Промчались годы молодые, ну и пусть, да наше счастье еще будет впереди. А я вернусь, я обязательно вернусь. Галя! Ты только жди, Галина! Галя! Ты только жди. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет на мою долину. Ой, живет, живет в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Ой, живет, живет в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Обожаю. Вас эту песню заказал Чебурашка. Отлично. Как там в этой рекламе-то? Дорогой Чебурашка. Да, Геня, привет, передавай. Забыл слово. Как неожиданно. Какое? Да реклама шла по телеку, забыл, ладно. Да мы не смотрим телек. Вероника Сергеевна, все хорошеет и хорошеет. А я да. Спасибо. Я да. Несколько раз писали топор-рукавица. Ой. Готовы? Мужики дрова рубили, рукавицы позабыли. Давайте, давайте. Ее надо первую петь. Дикцию размяли? Можешь мне вот могу, конечно. Мы, уж ты мать, моя маменька тоже спели. Ага. Спасибо вам за ваше творчество. Песни в вашем исполнении звучат особо. Любая песня. Вы лучшие. Зинаида Стадухина пишет вам. Спасибо, спасибо большое. Главное, блин, когда такие комментарии пишут, прям как-то аж... Людмила Тартоева, привет из Хабаровска. Лампадочки. Здравствуйте. Лампадочки, ребята, еще думают. Да. Ой, не разогнаться. Спасибо, спасибо, что вы нам пишете, правда. Не обижайтесь только на нас за то, что мы, может быть, что-то не исполнили. Все не успеть. Возможно, да. Возможно, что-то не попало в наше сердце. Сегодня. Мы имеем на это право, да. Простите. Что-то забыли, может быть, уже. Пишите еще раз. Ивушки. Что-то еще. А сейчас что мы поем? Топор. Сейчас топор. Топор, рукавица. Не надо слово. Так знаем. Открыть слово. Я так отмолчусь. Да все, все знают. Ну, поехали. Мы молодцы. О! Мужики дрова рубили, рукавицы позабыли. Мужики дрова рубили, рукавицы позабыли. Топор, рукавица, рукавица и топор. Топор, рукавица, рукавица и топор. Рукавица и топор, стой пола, не стой, Егор. Рукавица и топор, стой пола, не стой, Егор. Топор, рукавица, рукавица и топор. Топор, рукавица, рукавица и топор. Рукавица дров не колет, а топор не греет рук. Рукавица дров не колет, а топор не греет рук. Топор, рукавица, рукавица и топор, топор, рукавица, рукавица и топор. У нас девки молодцы, да, а ребята умницы. У нас девки молодцы, да, а ребята умницы. Топор, рукавица, рукавица и топор, топор, рукавица, рукавица и топор. Hey!
Рукавиця і топор, жена мужа об забор. Рукавиця і топор, жена мужа об забор. Топор, рукавиця, рукавиця і топор. Топор, рукавиця, рукавиця і топор. Рукавиця, шубниці, да у нас дівки умниці. Рукавиця, шубниці, да у нас дівки умниці. Топор, рукавиця, рукавиця і топор. Топор, рукавиця, рукавиця і топор. Ой, подружка, не нажора, отбивай шукажора. Ой, подружка, не нажора, отбивай шукажора. Топор, рукавиця, рукавиця і топор. Топор, рукавиця, рукавиця і топор. Моя мілка з рукавицю полізу і в столиці. Моя мілка з рукавицю полізу і в столиці. Топор, рукавиця, рукавиця і топор. Топор, рукавиця, рукавиця і топор. А мы с подруженькой попляшем, да и песен попоем. Мы с подруженькой попляшем, да и песен попоем. Топор, рукавица, рукавица и топор. Топор, рукавица, рукавица и топор. Стоят девки три копейки, а ребята стоят рум. Стоят девки три копейки, а ребята стоят рум. Топор, рукавица, рукавица и топор. Топор, рукавица, рукавица и топор. Топор, рукавица, жена мужа не боится. Топор, рукавица, жена мужа не боится. Йоу! Я новый танец придумал. Выговорили. Я новый танец придумал. Как они заряжают, поезд, да? Поезд вперед идет, ага. Поезд назад. А что мне не показалось? Топор, рукавица, рукавица и топор. Топор, рукавица, рукавица и топор. А теперь скажите, что не три копейки, а мы бесценны. А на остальное есть мастер-карт. Нет, сейчас уже Сереж, мир. 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 Мир вашему дому. Мир вашему дому и нашему дому. Три копейки, а ребята стоят. Ладно, мы зато отрываемся на это неправда. Сейчас все такая инфляция, забей. Ой, как вам сложно, как сложно. Мы отрываемся на песне «Миленький ты мой», да? Ладно. Девчонки, они страдают. Сегодня пташца в хорошем настроении, и нас подтянули. Наконец-то расшевелились, вот и ноги притоптывают. Наконец-то расшевелились, поняли? Да. Что, капелку мы хотели? Подождите, подождите. Вы знаете такую песню «Речка голубые кольца вьет»? А, два колечка. Два колечка тоже хотели. Два колечка. Давайте как раз сейчас лирическую. Давайте. А может мы эту голубь своем, потом два колечка? Голубь? Можно голубь? Пока она. Два колечка мне. Приветствую вас, мои родные, Сергей Зубанов вам пишет. Наконец-то дождался вашего прямого эфира. Очень соскучился по вам. Расскажите, как провели лето, что у вас нового? Ну и спойте что-нибудь акапельно. Вот как раз. Что, как лето провели? Как лето провели? Как лето. Лето, лето, как лето. Кто ездил, ну, домой ездили, да. Кто ездил домой летом? Да. Ваня вон концерт давал там по своим. Так обижена, Вероника. Нет, нас не позвала. Нас не позвала. Сходи к папе. Кто это? Да ну, хорошее лето. Лето неинтересное было. Я дом сидел. А какая оно там? Ничего интересного. От балды пели мы. Я к бабуле ездила. Мы тоже ездили к маму. Не та. Вот это летел голубь. Фу. Да, ты помнишь? Не помню ту. Я понимаю, что у нас сегодня такой особенный день. Нас покажут по телеку, и это будет передача про пташцу. Но у меня особое тепло есть внутри по этому поводу, потому что бабушка, когда смотрит передачу «Привет, Андрей», и когда мы туда ездили разными составами, она говорила: «Да когда же вы уже сядете?» Да, многие так говорили. Это будет передача. И я вообще так сегодня рада, мне кажется, она будет смотреть и так радоваться. Прям. Давай вот так летим. Давай. Если что, опустим. Так давайте. Вот, это я к чему, я ездила к бабушке. На. Песня акапельная. Звучит. Летел голубь, летел сизой со голубицею, шел удалый молодец, да с красной девицею, шел удалый.
удалый молодец, да с красной девицею. Что не сизенька и голубчик, добрый молодец идет. Что не сизая голубка, краснодевица душа. Что не сизая голубка, краснодевица душа. Позади товарищи, высматриваю, что и высматриваю, да выговариваю, что и высматриваю, да выговариваю. Как бы это голубица у голубя пожила, если б эта краснодевица за мною пожила, если б эта краснодевица за мною пожила. Кладу голубя на руку, не тешится, переложу на другую, не ластится, переложу на другую, не ластится. И зашел голубь домой, полетай, голубь, домой. Полетай, голубь, домой, да к голубушке своей. Полетай, голубь, домой, да к голубушке своей. Сизый голубь сморковал, голубушку целовал. Голубушка сморковала, голубчика целовала. Голубушка сморковала, голубчика целовала. Летел голубь, летел сизой за голубицею. Шел удалый молодец, да с красной девицею. Шел удалый молодец, да с красной девицею. Это камушки, что ли? А пока-пока-пока. Листва шуршит. Листва шуршит. Да, высоковато. Знаете, ну да, ну ничего красивого. Я замечаю по песням, которые люди проникаются, в момент, когда вы поете, комментарий нет. Вот сейчас, ну, с момента, когда... А, отписок нет? Отписок нет, но до них дошло это. На самом деле... А сколько нас смотрят? Если такой... Сейчас в эфире 1405 человек. Ну, отлично. Друзья, всем привет. Самое интересное, что я посмотрела с прошлого эфира, с 25 декабря, на канал «Пташцы» подписалось... 39 тысяч человек. 40 тысяч человек уже на сегодняшний день. Угу. 40 тысяч. Ребята, вы где? Где 40 тысяч? Кто подписался и узнал «Пташцу» в этом году? Поднимите руки. Смайлики, смайлики ставим. Да, не забываем, ребят, ставить лайки. Еще раз. Точно. Кто у нас расскажет про донатную систему? Кто расскажет? Надо пальчики подбирать. Нет, если правда, если у вас есть возможность и желание поддержать наш замечательный коллектив, вот там вот внизу под нашим эфиром можете найти ссылку специальную на... Данные, в общем. Данные. А, ну и данные, да. Нету там с этой... Картинка сейчас вот на твоих коленях, вот она. Плашечка.
Вот здесь. Если у вас, опять же, никого мы не заставляем присылать нам деньги, ни в коем случае. Если у вас это есть желание, это добровольное пожертвование. Да. Вот мы, пожалуйста, уже столько техники себе приобрели. Гармошки. Гитара. Стойки, камеру. Да. А что, гармошку тоже? Оператор. То есть это все благодаря вам, наши дорогие зрители. А теперь... Все то же самое, только с угрозой уже, Сережа. Шучу, шучу. Спасибо вам большое за поддержку. Сейчас приведем Киру. Все в дело. Она сделает свое фирменное лицо. Она сделает фирменное лицо. Все быстренько. Отстойно. Да, а можете сделать сейчас скриншот. То, что на заставке вы видите. Честно, не будем врать, нам приятно такая поддержка вот такого плана ваша. Потому что действительно помогает нам это... Технически, да, и не только возвышаться, еще делать эфиры качественнее и качественнее. Это лучше, чем открытка за 15 рублей в Одноклассниках. Да. А еще у нас скоро появится. А еще у нас скоро появятся календари. Мы обязательно их сделаем. И это будет прям вот самое правильное вложение и поддержка нашего творчества. И вам подарок на память, и нам приятно, все в дело пойдет. Угу. Чтобы появились календари, нужно накопить на фотосессию. Да-да-да. Копим на фотосессию, короче. Открываем счет. Время подошло к 17:02. 02. Так как мы задержались, да, предлагаю еще минут 10 побыть в эфире, но после этого мы хотим собраться, включить телевизор, смотреть «Привет, Андрей», да. Все Черт. Дружно, все вместе и встречать новоселье. Кто-то спрашивал, имитация ли это или штукатурка, это имитация бруса на нашей стене, да. А. И представьтесь, пожалуйста, кто впервые, может, сегодня смотрит, кто есть кто. Да, пожалуйста, кто сегодня смотрит, представьтесь. Для тех, кто с нами сегодня впервые. Мы ансамбль «Пташица». Живем мы в Санкт-Петербурге. Познакомились здесь, в Институте культуры, когда приехали учиться. По любви объединились в ансамбль. И вот живем. Семейных уз здесь нету. Никто никому не муж, ни сестра, ни жена. Мы друзья. Да, мы друзья. Мы все друзья. Как в кине. Да, Сереж? Встречались. Вот муж не видит. Муж не видит. Сидя отжигаешь. Не, я просто шутка. Да ну шутка. Там, ну, что, там не надо было встречаться. Люди обсуждали. Пускай обсуждали. Встречались по интересам, пели песни, и вот как все так пришло. Это просто интересный такой комментарий, я когда летом выступал, ну и мужчина один подходит, он говорит, а что... Этот Сережа со Светой не муж и жена, что ли там. Ну, к примеру, я даже уже не помню, кто Вероника был. Лию было, про Лию просто. Или Лия с Сережей, что они не муж и жена, что ли? Я говорю, да нет, с чего вы взяли? Он говорит, а что, они на трансляции постоянно рядом сидят? Можно подумать, мы как-то отдельно сидим. Все. Нет, ну вот смотрите, диван стал побольше, может быть, между нами стало больше расстояния, и мы развеем сейчас все эти слухи. Ну, любовь между нами никакими расстояниями не раздвинешь, поэтому... Это факт. Так, что поем? Группу мы такая ВКонтакте творческая. Написала. Давайте закрепим. Господи. Мы такая творческая семья. Да, да, я тоже хотела так же сказать, кстати. До пяти. Зовут нас по отдельности Иван Разумов. Иван Он Разумов. Родом из Кировской области. Кировская область. Светлана Кошелева, я из города Северодвинска, Архангельской области. Лия Брагина, моя землячка из Архангельской области, из Вельского района. Привет, Вельск. Село Благовещенское. Мама писала комментарий, почему тебя удалила. Я увидела только в момент, Мама, когда ты она что его там удаляешь? Привет, мамочка, случайно. Папочка. Сережка Лебедев у нас вот тут недалеко, из деревни Разметелево Ленинградской области. И наша южанка Вероника Курбан-Мамадова. Горячая Грибановская. Еще одна участница нашей трансляции. Воронежская область, Грибановский. Всем днем поселка. Хлоя Артемовна. Вот ты и засветилась. Девяткина. Так, ну вроде Спарнас. Такая вот у нас тут веселуха. Да. Собаки, дети. Да. Спасибо, Марина, чтобы я кур не привез. Давайте я дочитаю. Марина Васильевна писала нам ВКонтакте. Не могу написать сообщение в прямом эфире. Очень обидно. Очень люблю ваш коллектив. Желаю вам процветания и полные залы. Так хотела заказать песню «Метет метель». Спасибо вам огромное. Это, наверное, Марина, которая моя ученица. Марина, привет. Спасибо большое вам за добрые слова. Еще Егор Фальчев просил песню
Лия, от тебя ах, косила да косила. Косила да косила. Извините. И литовку бросила. Кого? Ну мы стопим, поем еще несколько песен и закругляем. Да, я бы хотела лампадочки спеть. Давайте. Лампадочки и что-то зажигающее напоследок. Зажигающее? Зажигаешь. Пташца ездила на Донбасс, вопрос. Посмотрите интервью Ивана Разумова, вторую часть, и вы узнаете, кто из ребят ездил на Донбасс. Там. А у нас ведь есть ре, да, здесь? А? Есть, надо ре? Но если мы не будем делать модуляцию, то, может быть, лучше под ре. Давай. Нет, не под ре, делается, а под ре. Ре, любительская. Вероника, сегодня тебе столько комментариев. Мальчик, ой, ну спасибо, ну что вы. Ты супер, прелесть. Очень пишешь, что ты очень красивая как-то. Спасибо, я стараюсь спину держать. Мать. Дело не в спине. Вот именно. Там другая поясница. Это мне муж платье купил. Сколько же он у тебя зарабатывает, чтобы такие платья покупать? Ну, это секретик. Понятно. Надо места знать, где подешевле купить. Надо было сказать, надо места знать, где побольше зарабатывать. Как начинается, спрашиваю. Где подешевле купить? Ой, этот угол сегодня, знаете, галерка, галерка, как в школе, короче. Галерка, которая вечно ржет. Сереж, давай, настройся немножечко. Господи, серьезная песня, лампадочки. Тихо. Леш, Леш. Что-то Свиридов. О несчастной любви. Ой, боже мой. Подождите, ребята. Ты смотри у меня. Секунду. Не расстраивай, дорогой. О, господи, боже да, мой. Арин, спасибо. Какой-то кошмар. Скажите, когда вы будете готовы. Сейчас. Припудрю себе, подождите. Грим-пауза. Все. Галерка отжигает. Господи, боже мой. Ну что вы, зайчики, соберитесь. Кругом горят до лампы. Там все сидят, да по паярочкам, а я сижу одна. Там все сидят, по паярочкам, а я сижу. Сижу, да сижу, думаю, как мне на свете жить. Еще я раз да подумаю, как мило вода забыть. Еще я раз да подумаю, как мило вода забыть, забыть я вода надеючи, забыть я не смогу. Как вспомню я любовь прежнюю, я вновь его да люблю. Как вспомню я любовь прежнюю, я вновь его. Милой в горенку всем рожку пай подает, а я сижу да грустным
скажи, ты скажи, да раз, милая мой, скажи, который час, еще скажи, да раз, милая мой, когда разлукаю нас, еще скажи, да раз, милая мой, когда разлукаю нас. Не плачь, не плачь, да, девчоночка, не плачь, пока я люблю. Не раз, не два, да наплачешься, как замуж я его не возьму. Скажи, да, это тот момент, когда нет комментариев, я надеюсь. Тут было очень много комментариев. Да? Эх, не заработала эта система. Да нет, нет, было. Просто тут уже начали с вами прощаться, что-то такое вам доброе говорить, потому что мы немножко сказали, что мы заканчиваем. Браво, очень красиво. Света, это поистине твоя песня, ты ее поешь душой. Ольга Орлова тебе пишет. Спасибо большое, да, так и есть. Просто слов нет, Свет, ты просто супер, Наталья. Поддерживаем. Такие комментарии поддерживаем. Алло, куда? Лампадочки, это золотой венец над вами, божественное исполнение. Спасибо, Света, Лия, Ваня, Сергей, Вероника и Арина. Ну, еще Леша с нами есть. А там просят из веселых, там были еще песни «Жили, не тужили», просили. Из веселых «Жили, не тужили». Из веселых «Жили, не тужили» всем. «Жили, не тужили», но я думаю, что мы оставим это на следующий эфир. Да, я принесу эти сегодня. Который будет завтра. Ну, диван обновили. Начало положено. Начало положено. Да, сегодня такая встреча у нас. Пробная. Не слишком подготовлена. Мы прям бурно-бурно все это что-то собирались. И бурная эта репетиция была такая спонтанная, быстрая. Что-то заготавливали, но я вот хочу, кстати, напомнить из веселого. Ой, Калина-то, ой, Калина, говорю. Про Калину песню-то мы репетировали, надо спеть. Калина, Калина. Да. Столько Света там старалась. Ой, песенок. А потом вдарим по ладам. Ну, сейчас уже 17:16. А, ну, у нас есть еще 3 минуты.
Тут, кстати, был комментарий, немножко улетел. Хочу сама ответить. Там просили, ребята, можете петь меньше без инструментов. И хочется ответить, что, ребят, ну вы же на канале «Пташца», песни под гармонию. Вообще, да. Ну, мы раньше, наверное, чаще пели акапелла, да, может быть. Вот, сейчас как-то, да, мы стараемся под инструменты. Хорошее, на самом деле, замечание, почему нет? А когда-то что можно петь? Можно. Без подумаем. Инструментов? Акапелла. Типа акапельно, да. А вообще... Можем поранюшками закончить. Давай. Еще просят душу... Душу. Да что ж ты? Так. Дусю. Вот мы ей хотели закончить как раз. Дусю и звездочку. О, все веселые. Дусю давно не пели. Да, давайте Дусю как раз закончим. А все остальное давайте тогда попросим. Давайте так, мы споем сейчас звездочку. Потом мы споем Клину, а потом мы споем Дусю Марусю. И мы не уберем ничего к эфиру. Мы уберем все к эфиру. Мы сейчас быстренько все споем. Три песни хочешь? Да. Это займет 20 минут. Да, это не успеем. Мы не успеем. Одну надо. Одну надо. Две максимум. Тогда давайте петь Калину и закончим Дусю Марусю. Хорошо. Отлично. Пока ребята меняют гармонь, дорогие друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, ВКонтакте, в Ютубе, везде, какие вы песни вы в следующем эфире бы хотели от нас услышать. Мы обязательно посмотрим. Я посмотрю. Угу. Ладно, хорошо. Сделаю список нам какой-нибудь там. Да, кстати, Сереж всегда выписывает да. комментарии. И мы постараемся по максимуму, и вот когда у нас будет следующий эфир, что-нибудь из этого исполнить, угодить вам, потому что, ну вот, к сожалению, да, время нашего эфира не резиновое, и мы не можем поместить все песни, которые бы... И мы хотим тоже что-то еще спеть, и вы нас просите много всего. Поэтому сейчас над рекой Калина. Мне кажется, что сегодня хороший эфир по заявкам получился. Да. Давайте. Дай перепусти, я видел. Маленькая, да? Над рекою Калина, над рекою туман. Я родной край покину. Был то ли молод, то ли пьян, и я родной край покинул, а вернулся Бог мой. То ли это Калина, то ли туман над водой, то ли это Калина, то ли туман над водой. Калина, Калина, цвела, цвела, то жаром калила, то холодом жгла, любовь, что хранила, да не сберегла. Калина, Калина, такие дела. Любовь, что хранила, да не сберегла. Калина, Калина, какие дела. Я к соседнему дому, я к другому пошел. Кто уехал, кто помер, а кто гол, как сокол. У кого свое лихо вперемешку с бедой, у меня ж ты, Калина, да туман над водой. У меня ж ты, Калина, да туман над водой. Калина, Калина, цвела, цвела, то жаром калила, то холодом жгла. Любовь, что хранила, да не сберегла. Калина, Калина, такие дела. Любовь, что хранила, да не сберегла. Калина, Калина, какие дела?
Над рекою калина, над рекою туман. Я родной край покину, был то ли молод, то ли пьян. Я родной край покину, а вернулся Бог мой. То ли это калина, то ли туман над водой. То ли это калина, то ли туман над водой. Калина, калина, цвела, цвела, то жаром халила, то холодом жгла. Любовь, что хранила, да не сберегла. Калина, калина, такие дела. Любовь, что хранила, да не сберегла. Калина, калина, такие дела. Любовь, что хранила, да не сберегла. Калина, калина, такие дела. Я люблю. Давай ее мне. Спасибо. Она сейчас потанцует. Обязана прочитать этот комментарий. Ну-ка. Сергей, пойдем, вы как танцевать. Будто стесняетесь пойдем, деревни и кур. А я так радуюсь за вас, что вы успеваете и настоящей жизнью жить, и творчеством занимаетесь. Да опять же не попсой. Всего вам доброго. Посмеялись. Пойдем танцевать. Ну, что ты? Чего? Стесняюсь я курочек своих, любимых. Вы сейчас увидите. Наоборот, их пиарит везде. Вот между прочим. Да, сейчас увидите. Все, ну, не, да? В упор, не в упор. А давай Россия один. Будем? Куриц моих вырезали. Ага. Не хотели снимать. Я сказал, вот. Порода редкая. А у меня такие красивые, у них вот такие вот гребешки. Давайте. Видели? Он не стесняется. Будешь? Спасибо за эфир. До новых встреч. Ансамбль «Пташцы». О, ура! Друзья. Город Санкт-Петербург. Вещает из Ленинградской. Мы не прощаемся сейчас, вы будете смотреть. Привет, Андрей. Да, мы не говорим вам. Спасибо большое, что вы были сегодня вместе с нами. Давай, и разделите с нами дальше по московскому времени передачу «Привет, Андрей». Волнительно. С вами был ансамбль «Пташица». И это «Гармонь» в прямом... И это «Гармонь» в прямом эфире. 35-й выпуск. Новоселье! Не буду пудриться, белиться, не буду пудриться, ливать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду пудриться, ливать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду пудриться, ливать. Не буду с милым я знакома, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. А я Ванечку люблю, а я Ванечке скажу. Ой, Дуся, ой, Маруся, а я Ванечке скажу. Ой, Дуся, ой, Маруся, а я Ванечке скажу. Сашу кофточку по моде кружевам отделаю. Ой, Дуся, ой, Маруся, кружевам отделаю. Ой, Дуся, ой, Маруся, кружевам отделаю. Ты, сорока белобока, научи меня летать, ни высоко, ни далеко, чтобы милого видать. Вы, ребята, кавалеры, отодвиньтесь от нас, мой миллионок всех пониже, мне не видно из-за вас. Мой миллионок дорогой, луком голову
помыла, чтоб не бегал за другой. Илья, тебе не пора, Илья, не хороша, да как будешь тебе надо, окаянная душа. До свидания три раза, а еще раз до свидания, ваши карие глаза. До свидания, до другого вечера. Мы пойдем, а вы сидите, коли делать нечего.